Сегодня в выпуске мы рассказали о празднике родословной Шежыры-Байрамы. У башкир, как и у ряда других народов, издавна существует обычай собирать родословную своего рода. А составляют ли ее горожане и почему они считают это важным, мы выясняли на улице города. Важно ли знать свою родословную? Важно. Почему? Потому что, а детям что рассказывать потом? А ты знаешь свою родословную? Обязательно. Да, у меня древо дома есть нарисованное. У меня все нормально. Да. Почему? Потому что это твои предки, твоя семья, ну, твоя история личная. Зная ее, ну, сам себя начинаешь уважать. Ну, кто были твои предки, как их звали, чем занимались? Конечно. Ну, потому что это наша история, это наше, как говорится, наше все. А вы знаете свое? Ну, как бы да. До четвертого точно. Мне интересно, допустим. А вот вы свою родословную до какого поколения? До четвертого примерно. Важно, надо знать. Ну, интересно бы было бы знать. А вы знаете свою? Примерно. Дома накидано на листочки. До какого? До седьмого, наверное, колена точно. Я знаю свою родословную до пятого поколения. По информации отдела культуры, в финале 9-го городского народного праздника родословной Шежыры-Байрамы победила семья Кутлушиных. Она составила самую большую родословную, изучив ее до 15-го колена.